Программу «День пельмень» на национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентамед». Хохотушки, веселушки, говорушки, непослушки, за животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! Это самая яркая, веселая, непосредственная передача «День пельмень» и ее такие же яркие, озорные ведущие. Привет, ребятки! Привет! Ну что, готовы веселиться? Да! Угадайте, какой день мы будем отмечать сегодня? День потягужа! Нет! День зевалок! Правильно! Вы угадали! Сегодня у нас день зевалок! Скажите-ка мне, почему человек зевает? Потому что ему никак не хватает воздуха на одну секунду. Потому что он устает и хочет спать. Верно. А ты как думаешь? Потому что воздух пытается вырваться наружу. Потому что так скучно бывает на уроках. И поэтому хочется зевать. На самом деле при зевании дыхательные пути расширяются, и мозг получает большую дозу кислорода. Зевая, человек расслабляется, снимает напряжение и усталость. Так что не стоит обижаться на товарища, если он зевает в вашей компании. Это значит, что ему хорошо, и он отдыхает. Как вы думаете, а животные тоже зевают? Да. Да. Я видел в деревне у бабули корову, которая так сильно открыла рот, и еще у нее был звук му. Это точно было зевание? Я думаю, что да. Я видела кошку, которая зевает. Ну и собаку тоже. Верно. Животные тоже зевают. Вот лань, например, это делает во время движения стада. Так она дает понять, что она устала и нужно сделать остановку. Зевание очень заразное. А давайте проведем эксперимент. Я сейчас зевну специально, и мы узнаем, кому из вас тоже захочется зевнуть. Ну что, кто зевнул? Я. А вы не зевали? Зевнула. А как вы думаете, почему зевание такое заразное? Потому что воздух переходит из одного человека в другого. Потому что, когда человек один зевает, другой человек думает, что он говорит ему тоже так же зевнуть. Давайте посмотрим, кто из вас сможет зевнуть слаще всех. А кому-нибудь из вас залетала муха во время зевания? Тебе залетала? Да. И что случилось потом? Она у меня тут жужжала в щеках. А ты не испугалась? Нет. Какая ты смелая. Ребята, а какой звук можно издать во время зевания? Мама. Мама, дай котлеты. Ты зевнула, как мой кот. А мама, да. Ты так зеваешь на уроке русского языка? Нет. А вас ругают учителя в школе за зевание? Ну, я в садике, но меня все одно ругает. Меня нет. Они просто, наверное, не видят, что ты зеваешь. Потому что я сижу на самой задней парте. Класс. Хоть я и сижу за первой партой, меня никогда не ругали за зевание. У тебя очень понимающие учителя. Ребят, как вы думаете, кого можно назвать чемпионом по зеванию? Бегемота. Потому что у него огромная пасть, и он может так широко зевнуть, что проглотит даже вот очередной шар. Моего папу. Он очень часто зевает? Не часто, но очень... Много. Я думаю, что меня. Ну и напоследок. Ребята, давайте попрощаемся с нашими зрителями в зевке. Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники «Дентамед» верны своей работе и неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентамед».